В Ярославскую колонию номер один, где были сняты шокирующие кадры избиения осужденного, в ближайшее время отправится комиссия из центрального аппарата в СИН. Напомню, на этой неделе в интернете появилось видео, как люди в камуфляжной форме издеваются над мужчиной, лежащим на столе. Сотрудников колонии не останавливает даже тот факт, что все их действия фиксируются на видеорегистратор, прикрепленный к форме. Известно, что избиению подвергся осужденный Евгений Макаров. В пытках участвовали 18 человек. Среди них, предположительно, руководители учреждения и сотрудники службы безопасности в СИН. Причиной так называемой воспитательной работы стало якобы систематическое нарушение осужденным правил внутреннего распорядка. По факту избиения Следственный комитет России возбудил уголовное дело.